Воспресс интернет-магазин Деним Я. Получил джинсы 501 Райнс, у которых оказалась лямка очень длинная, вот в этом месте. Я ее отрезал и решил снять видео, почему трутся фирменные джинсы. Берем этот хлястик и разрезаем. Вытаскиваем. Тут, соответственно, белые нитки и синие нитки. Вытаскиваем синюю нитку и раскручиваем. И видим, что она не полностью прокрашена, а внутри она белая. Если ее раскрутить, видно, что она не полностью прокрашенная, только сверху. Поэтому джинсы и трутся. Заказывайте фирменные джинсы в нашем магазине.